Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, очередная порция темных картинок. Смотри, какие на его глаза, вообще на измене, братан. Вот это да. Так, мы подвинули ящик, но что-то я в душе не ведаю. А, подожди, братан. Во, поехали. Давай, давай, Assassin's Creed, епта, на максималочках. Во, хорош. Бро, Талмен, ничего не боится, епта. Эх, если бы было все так просто, ничего не боится. Боится еще как. Я, по-моему, даже больше боюсь, чем он. Ну такое. Алекс? Джулия? Эй! Так, ладно. Почта мне! Почта мне! Вот так работает почта. Ни хера не работает. Ровным счетом. О, картина. Ебическая сила. Ну, будем знать, что будет вертолет. Скорее всего, нас найдут, ну или какие-то спасатели, все такое. Мы скажем, блять, беги отсюда, Форест, нахуй, на своем вертолете. Ха, ничего хорошего тебя здесь не ждет. А, возможно, это спасатели, черт его знает. То есть они подадут сигнал с радиорубки, вот, за ними прилетит вертушка, и все, все будет хорошо. А ты какой? Ай! Ай! А, бляха. Вот я думаете, вижу с такого расстояния, кто там, блядь. Серьезно, вы камеру не можете сделать поближе? Ну серьезно, блин, какого черта? О! Скелеты. Скелеты. Ага. Скелеты? А, скелеты! 20 раз повтори, блядь. Где ваша кожа? Куда она делась? Ага. Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. Не должен? Почему? О! О! Во! Оружие, мэне! Противогаз есть, говорю. Гаечный ключ есть. Упакован, ёпта. Спецназ в действии. А, по-моему... Во, приколюха. Говорю же, видел что-то. Похоже, какие-то разборки. Ага, разборки по-питерски, ёпта. Это разборка питерская. Угу. Эту бумажку можно с собой взять, да? Потому что когда будешь отваливать кирпичи, хоть и будет чем подтереться. А, ладно. Спрыгнуть. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Нихера ты, ёпта. Ладно, жив. Жив цел, орел. Что-то они по кораблю разбежались, а кто куда? Фу, ладно. Чё такое? Ну, я нажимаю правой кнопкой. Чё такое? Ну, во. Ладно. Ха. Ух ты ж, ё-моё. Что происходит? А ты точно знаешь, куда идти? А, будем считать, что этого не видел. Плиз, все будет хорошо. Ё-моё. Что тут происходит? Ха, ты же втирала про каких-то духов. Вот тебе, пожалуйста. Чё там такое? Бляха, я не вижу. Чё это? Пуля, что это? Что это такое? Ну, хорошо. Так, ладно, давайте в первую очередь... А, здесь мы не пройдем. Жалко. Ладно, пойдем за призраком. Вариантов у нас немного. Вай! 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 Ёбана! Да... Ёпта! Жесть!
Обалдеть! Да! Ни в коем, блядь, случае не убирай руки с клавиатуры. Я сколько раз уже говорил. Нет, 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 давай, давай. Ёбаный в рот, это просто пиздец. Серьезно, так мало времени, любая ошибка просто пизда будет. Господи, что это? Обалдеть, смотри. Вау. Все нулевое, хорош. Хера тебе мать глючит-то, ёпта. Вау, вау, вау. Показывай. Ох, там нихера приколюх. Здесь что-то не так. Серьезно? Ты только сейчас об этом подумала? Что тут происходит? Ну, блядь, подойди ты уже. Ой, фонтанчик. Вкуснотища-то какая. О, ты моё. Шайтан Орду вызывали, ёпта. Обалдеть. Сектанты, мать их, а? О, подожди, нет, там было приколюха, подожди. Вот, вот, нет? Вот, что-то было же, да? Черт его знает. Куда иду? Ладно, ничего хорошего. О, серьезно, с моей реакцией, и тем более, когда еще убираешь руки с клавиатуры, все, пизда нахуй, у меня точно все полохнут. Серьезно. Да ёпта, я видел уже это. Все, хорош, хорош, мать. Успокойся. Все будет хорошо. А, так, ладно, подожди. Сюда можем подняться? Во. Сейчас какой-нибудь Пеннивайз, блядь, выскочит. А я реально переживал за нее, потому что там так мало времени, что ее чуть не убили. Давай, Флис, соберись. Подожди, подожди. Вот там что-то есть. О, ну-ка, ну-ка. О, ну, показывай. Показалось? Что-то... О, пожалуйста, смотри, приколюха. Фис, Флис там, как тебя зовут? Как тебя, блядь? Давай. С другой стороны. Ну-ка, показывай. Книга мертвых, ёпта. Ой, ёбана. Шайтан Орда. Это заклинание Шайтан Орды, блядь. Ладно, положь как. О, серьезно, блядь. Флис, я за тебя переживаю. Флис там, Фис, ты как там вообще? Как тебе? Я за тебя безумно, блядь, переживаю. Потому что угандошить я тебя могу просто на изи. Смотри. Во, что такое? Anybody home? А, так это шкаф какой-то. Нарния, ёпта. Проход в Нарнию. Но что-то проход не работает. Временно перерыв на обед, походу. Блять, вот тут без 100 грамм не разберешься, где мы были, где не были. Какое-то большое помещение. А, вот. Сейчас я чувствую, тут заблужусь в двух кустах. А, ну-ка. Вринди, вринди, балалайка, тара-тара-тара-тайка. Давай. Отти бози. Все, что ли? Мать, давай, сыграни. Ой. Ну а что ты пугаешься? Ты неправильно согранула. Вот тебя учат местный учитель. Колька учит игре на пианино. Правда, это рояль, ну такое. Бляха, а куда идти-то? Я в душе не веду. О, пожалуйста, вот это же проход-переход, да? Смотри, смотри, во, что такое? Во, хорош. О, картина, оу. Блять. А, ну-ка,
Показывай. Подожди, кто-то тонет? Блять, я не успеваю Кто тонет-то, блять? Ёбана в рот. Но девка жива, она... Ясно. Ясно, что нихера не ясно. А, жалко. Напомню, Алекса у нас должны убить тем, что ебанут его об какое-то стекло. Вот, а его брата... А я не помню, кстати. Подожди, там телефон, походу, был. А его брата пырнут ножом. Давай. Опа! На арене цирка под куполом выступает... Ёбаный в рот. Граф Дракула. Не, серьезно, сейчас какой-нибудь Пеннивайз выскочит. Слишком странно. Серьезно, блядь? До тебя до сих пор еще не дошло, блядь, что тут полнейшая херобора. Ну серьезно, блядь, давай. Гробище откроем. Кто там у нас? Интрига, ёпта, бешеная. Подожди. А не, хуй тебе, блядь. Я вот сперва сюда схожу. Гроб, ты подождешь у меня. Подожди, что такое? А, бляха, это же, это, ну, проход-переход, здорово. Ну, ёпта, давай. А кто у нас в теремочке живет? Вай! Какая страшилка! Давай еще раз. Давай, дубль два, ну-ка. Вкусняшка какая, обалдеть. А, подожди, там сбоку, кстати, была тоже какая-то приколюха. Подожди, сейчас посмотрим, что такое. И хер это такое, блядь. Что это, блядь? Разлом в стене, что это? Ну, ёпта. Некоторые моменты вообще просто непонятно, что это. Вот достают какую-то хуйню, блядь, ну, маленькую, с пола подбирает. И вот я должен что, гадать, что ли, что это такое? Глоток свежего воздуха. Ну, что бы я на ее месте сделал? Просто прыгнул туда и, ну, доплыл бы до яхты. Она же рядом, и яхта-то их. Кого там, блядь, ебут? Ну ёбаный в рот. Кто это? А, ёпта. Эй! Брэд? Капитан? Как ты меня нашел? А все-таки спрятаться от этих жуликов было чертовски умным ходом. Одобрение? Да, тут я даже спорить не буду. Они хотя бы не знают, сколько нас. Ну да. Откуда противогаз? Нашел в одном из шкафчиков. Думал, пригодится, но не знаю. Надо выбираться. Нельзя не согласиться. Там же был какой-то газ. Возможно, противогаз поможет. Черт его знает. Корабль большой, коридоров много. Нам придется проверять их по очереди, пока не найдем выход. Блять, у тебя уже был выход, ты наружу выходила. Надо было просто прыгать и все, блять. А ты что хочешь, красную ковровую дорожку, что ли, до выхода? Вась! О! Ничего хуже на корабле случиться не может. Да. Серьезно, братан? А то, что ты каких-то трупов видел и там призраков, это тебя не смущает, не пугает, да? Нам нужно попасть на палубу. Ты прямо мысли мои читаешь. Сейчас разберемся, подожди. Ага. Тут можно залезть. Эй, Брэд, иди сюда. О. Может, сюда? Ниже спускаться некуда. Это главный приводной вал. Готово? Да. Поехали. Правда, чувствую, там ничего хорошего нас не ждет. Опа, тянем, потянем. О, Брэд, булки наел-то, ёпта, хуй поднимешь.
А Флис-то ничего, такая мышцовая девчуля так подняла его. Похоже на выход. Похоже. Сейчас посмотрим. Подожди, а ты что, хочешь спрыгнуть? А... Ну-ка. А, не совсем понял, а к чему это? Ну, посмотрела, откуда залезла и что. А, так, подожди, там приколюха. Давай. Во, что такое? Ебать-ка, почти такое. Хотела бы я сказать, что она нам пригодится, но это хлам. А это лопата, что ли, или что это такое? Ну, типа, в прошлом лопата. Не знаю, какой-то кусок арматуры. Бесполезный. Ну, для оружия сойдет, в принципе, да? Почему нет? Воу. Ого. Высоко. Должен быть путь на палубу. Гениально, Холмс. Дошло, наконец. Криповая лестница, я даже не уверен, а выдержит или нет. Ну, черт его знает. Подожди, там... О, что такое? Вот, вот. Флис, ёпта, давай сюда. Вот. Нет, здесь не пробраться. Угу. Можно было ту арматуру взять, попробовать как-то, да? Ну-ка, что такое? А, это уже увидели. Ну, походу, придется по лестнице, да? Но она такая, криповая лестница, да? Ну чё, поехали? Нет? Серьезно? Другой проход-переход? Ну, давай, ладно, так и быть. Во, не повалишь, не поешь. Ёпта. Братан, пошли обратно. Ты чё, у тебя же... Эй, воу, у тебя же ключ есть. Во, ага, мы, смотри, арматуру бери. Во. Давай. Чё такое-то? Чё не так-то? Этой херне можно замок сломать. Ну, возьми ты её, ёпта. Ну? Ну? Ну, хорошая тема. Нет? Ну, бляха, я даже не знаю тогда что. У Брэда же гаечный ключ. Какого чёрта? А, я не знаю даже, ребят, что делать. Заблудился просто в двух кустах. Ну? Эй, Брэд, гляди. Лестница. Может, это наш шанс? Кинем монетку? А, уверенность? Я пойду. Ладно, ради бога. Эй, Флис, ты в норме? А то. А ты как? Нормально. Супер. Это нам так поможет. Вот черт. Все окей. Должен быть другой путь. Я ищу, что-то должно найтись. Блять, братан, там у тебя есть гаечный ключ. Взломай замок и будь тебе счастье. Подожди, нет, там что-то сбоку было. Во, показывай. Лестница дерьмо. Это я уже понял. О, ладно, идем вперед. Мать, давай, давай, не тупи. Ну, ну. Ну, вот я правую нажимаю. Ну. А надо левую, прикинь. Она показывает, на, ну, нажимай правую, а надо левую. Вот это да. Вот это наебали меня. А ты, а ты какие. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Быстрее! Выбирайся оттуда! Сломанная лопата у тебя? Тащи ее! Выбери решетку, скорее! Вода прибывает! Блять, так у него ключ есть! Ну! Нож! Сейчас вернусь! Ну! О, Боже, помоги!
помоги мне! Скорее! Взял! А чё она не может назад навернуться? Там же в соседней комнате тоже есть это, проход-переход. Ну давай, блядь! Давай, давай! Петли! Петли ослабли! Ёбаный в рот! Давай. Обалдеть! Что-то это, походу, не сильно их спасает, да? Жесть. Ой, ты ёбаный в рот, а? Каждую секунду какая-то движуха. Красавчик, спас капитана. Туда. О, это было напряженно. Ну, ладно, выжили. Тем временем они тут бродят вдвоем. Ага. Лай. А его, а кстати, убьют в воде. Надо быть аккуратней. Его там какое-то стекло ебанут. Ладно, поехали. Она у нас уже привыкла без акваланга плавать. Жесть. Это же Алекс. Обалдеть. Она то же самое делала на самолете, да? То есть она труп развернула, и там был медальон. Вау. Ну, хорошо. Не, это не он, это глюки. Чё за бред? Жесть. Давай. 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 Скорей. Обалдеть. О, хорош. Я реально переживал, потому что его в одном из картин показали, что его ебанут башкой. Но, правда, там не говорится о том, что он умрет, но не стоит этого исключать. Что? Ты в порядке? Жалко, что здесь картины не маркированы, потому что в Until Dawn, когда ты подбираешь тотем, он может быть там тотем смерти или еще что-то. Спасибо. Чуть не утонула. Ты сразу понимаешь, а что будет? Прости, ты правильно поступил. Или он, или мы. Жесть. Восставшие из ада! У меня такой экшен, телефон зазвонил. Ладно, пришлось запаузить. Какой серьезный сельский парень-то, а? Ну уже! Бежим! Беги, Форест, беги! А, и чем в итоге это закончилось? Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот. Эти парни слишком много себе позволяют.
Ну, вы меня поняли, да? Ага. Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Ты с кем говоришь-то? Да ладно, братан, что ты от девки-то бегаешь? Кто там? О, максимально крипово. Подожди, картина? Нет? Ладно. Что там? Ну, кто-то надо мной издевается. Ага, есть такое. Угу. Тихо. Какие-то голоса. Показывай. Эта музыка, кстати, была на моменте, когда только, ну, самое начало было. My shadow, что-то там тара-тара. Ага. Где ты эту херовину видел? Я так понять не могу, что это такое. Чаша какая-то, что это? Вот. Угу. Было такое. Дюк? Но нет. Этого просто не может быть. Может, братан. Не боись. Все хорошо. О, максимально крипово. Ладно, поехали. My shadow. А-на-на. Скажите, Лёха, замолчи, у нас кровь из ушей пойдет. Подожди, там, по-моему, какой-то проход-переход был. Давай, братан. Еще раз. Дубль 2. Во, смотри. Во, вот, вот, вот сюда, вот. Хохотушка, ёпта. Ай, жесть. Ха-ха, ха-ха, хи-хи, блядь. Братан, ну, ну, сука. Надо их постоянно носом прям тыкать. Ну, это был не несчастный случай. Я видел, как он прыгнул. Разбежаться, прыгнув, а со скалы. И придет нам а-та-та-ты. Какие-то записульки. Да все плохо, я это уже понял без ваших записок. Да, все, жизнь тален, блять. Всем пизда. Пизда рулю. Ладно. Проход-переход. Показывай. Ага. Да они издеваются. Просто за идиота меня держат. Да вообще не говори. Охерели, не суки. Знаю, кто, но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Серьезно, они издеваются. Подожди, приколюха, приколюха. Ну, блять, братан, ну серьезно, хорош. Во, в качестве оружия нормально, пойдет. Ой, ёпа, наоборот. Магия, это Хогвартс. Тебя еще что-то удивляет. Я просто поражаюсь. Тут уже просто ничему удивляться не стоит. Подожди. Ну вот, ну, ну серьезно, ну как? Как не подобраться? Так, ну, что это такое? Пойдем с этой стороны обойдем. Камера еще это меня постоянно бомбит. О, подожди. Давай. А чё, блядь, она должна быть горячая, что ли? Ну серьезно, камон. Из-за чего? Вдруг? Из-за чего вдруг, да? Ну давай, показывай. Двери открываются, а там у нас... Пустая бутылка. Не слишком-то он следовал собственным запретам. С горя забухал... Вау.
Что-то ему не нравится, походу, да? Что ты его бухло трогаешь? А, подожди, там, по-моему... Во, на столе. Да-да-да. Во, хорош. Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Капитан Джек Воробей, ёпта. Ладно, идем дальше. Все потрогали, все пощупали, блядь. То, что здесь творится какая-то полнейшая вакханалия, я думаю, что он уже понял. Воу, туалет. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. А у тебя есть выбор? Так. А может... Не, все же надо. My shadow. Но... Так, ладно. Ладно. С ноги давай. И как мне открыть эту сраную дверь? Надо чем-нибудь ее выломать. Ага. Выломать, да? А, я что-то не припомню такого, да, чтобы можно было, ну, чем-то жухнуть. Бляха, что-то я пропустил, походу, да? Братан, давай. А, так вот же ж, пожалуйста, во. Вот этой штукой. Во. Для двери пойдет. Ну, хорош. Увесистый. Ща как жахнем. Ну ты какая? Такое чувство, что рано или поздно мы с ней столкнемся. Ах ты, ёба! Жесть! Давай, давай, давай! Обалдеть! Ебать тебя перекосоебило, мать! Бляха! Давай, давай! Фу! Да ёпта! А! О, спасибо, братан. Серьезно, я вас со своей реакцией всех угандошу. Какая ты симпатяшка, ёпта. Выходи за меня. О, мать, а. Двери-то, блядь, закрой. Братан, ты чё? Давай, 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 давай. Закрой, закрой. Хуяна шустрая. Да ёпта. Ну, ну! Давай, давай! Жесть! Какая-то смотровая палуба. Ебани по башке. Обалдеть. Жесть.
Воу-воу-воу-воу-воу! А, противостоять! Ебать его глючит. Ну же, пожалуйста, это я, посмотри, это Флис. Ты видишь, это Флис. Флис? Ты откуда взялась? Господи, как ты меня напугал. О-о-о. Ладно, пойдем дальше. Это было жестко. Найдем остальных. Твою мать. Так или иначе, выжили, уже хорошо. Одноглазый Джо идет за вами. Бежим! Беги, Форест, беги! Черт! Он здесь! В чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Давай, давай, давай! А кто ёпта? Скорей! Сейчас, походу, будем выбирать, в каком направлении бежать. Сюда. Давай, давай! Просто на картине было, что его ебанут об стекло. Вот, поэтому лучше прыгать. Сопротивляться. На тебе, сука! Жесть! Ёбана! Уйди с дороги! Пинывайся, ёпта! А? Ну-ка, сука, не бузи! Бежим! Нужно укрыться! А нельзя просто прыгнуть с этого ёбаного корабля? Я в душе не ведаю, как это работает. Обалдеть. Ладно, ребят, давайте на этом месте запаузим, а то уже время эпизода с каждым разом становится все больше. Продолжим прохождение в следующем видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.